Алексей Мерберг, в ту ночь. Небольшое помещение, в котором собираются участники групповой терапии. На 12 стульях сидят участники терапии, а 13 сидит терапевт. Группы – все мужчины. Работа в группе началась, и один из ее участников делится своей проблемой с остальными. Все внимательно его слушают. Петр. Не знаю, как это произошло. Их было так много, и они окружили меня, мне стало так страшно. Я думал, что они растерзают меня. И тогда я стал клясться и божиться, что не знаю всего человека. Молил их не трогать меня. Петр замолкает. Из всех сил пытается сдержать слезы. И вдруг запел петух. Петр срывается и начинает горько плакать. Терапевт. Поддержим и поблагодарим Петра за то, что он поделился с нами. Все одновременно. Спасибо, Петр. Сегодня к нашему пятничному собранию присоединился 12-й человек. Пожалуйста, представьтесь в группе. Новенький, вставай и собирай силы. Меня зовут Иуда, и я соблазнился. Здравствуй, Иуда. Конец.